Автор – Алмаз Секишев. Категория «Занятость населения». Автору блога – министру здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Дюсеновой. Здравствуйте, уважаемый министр. Имеет ли работодатель право устанавливать разные заработные платы сотрудникам одной и той же должности? К примеру, в городе Алматы есть около 20 сотрудников одной должности. У всех разные зарплаты, в зависимости от навыков и использования новых технологий. Уважаемый Алмаз, согласно статье 103 Трудового кодекса, размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированно. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также условий труда. Таким образом, установление разной оплаты труда в зависимости от уровня профессиональных знаний, наличия опыта практической деятельности, стажа работы по специальности, степени владения навыками не является нарушением норм кодекса. Вместе с тем, следует отметить, что установление разной оплаты при занятии работниками одной и той же должности при одинаковом уровне профессиональных знаний и опыта, степени владения навыками и так далее является неправомерным, так как согласно статье 22 кодекса работник имеет право на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации. Центр занятости населения акимата города Астаны могут все лица, которые ищут работу. В городе Астане по состоянию на 1 декабря текущего года обратилось более 17 тысяч человек. Из них трудоустроены более 7 тысяч человек. Из них прошли молодежную практику 661 выпускников, направленные на общественные работы более 2 тысяч человек. И прошли профессиональное обучение в целях получения новой специальности 700 человек. А также направлены, трудоустроены на социальные рабочие места 120 человек, безработные.